Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Ивикоко. Не знаю, как это правильно читать. В общем, для нее понадобится одна сишка и, по-моему, три железных топора, то есть шесть обычных. Ну, я обычно железными хожу, поэтому мне так удобнее считать. Так, взрываем где-то вот здесь, тут будет четыре ящика и вот так вот три ящика. 4, 3, 7, ну и плюс станки. Так, готово. От трех волн избавился и вроде бы все открыл. Тут у нас доски. Пусто. Ящик. Опа. Доски. Слитки. Это хорошо. Гвозди заберу. А что у меня? А, окей. Я все забрал. Так, второй ящик. Ничего такого. Третий ящик. Еда. Я лучше воду заберу. Мне вода нужнее. Еда мне не так сильно, хотя вот эти вот вяленое мясо и жареные сочные стейки можно взять. Так, тут ничего такого. Следующий ящик бензин. А, нет, еще изолента. Так, дальше красный талон. Дальше, опа. Я что-то забыл, что тут оружие было. Ладно. На байке что-то бежать неохота, поэтому... Наверное, тут это мясо оставлю, заберу вот так вот. Так вот и вот так вот, в принципе, пойдет. Мне больше лута не надо. А, плавильню еще не смотрел. 8 слитков. Забираем и сейчас все сломаю улучшенную плавильню, которая, на удивление, стоит прямо на траве. Хотя ей нужно покрытие второго уровня или даже третьего, не помню точно. Ну, вроде бы должно быть каменное, чтобы можно было ее поставить. Но опять же, это база разработчиков, поэтому без разницы, куда что можно ставить. Куда хотите, туда и ставьте. Так, байка тут нету. Вот такой вот лут с этой базы за одну сишку. Имейте в виду. Если хотите, взрывайте, если хотите, нет. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.